Всем привет, с вами Азартный Философ 5. Сегодня мы не будем, к сожалению, снимать летсплей StreamCraft из одной и единственной причины. Меня на некоторое время забанили. Но я думаю, меня быстро разбанят. У меня много друзей, которые этого попросят. Так, мы сейчас возродились в странном месте, но в лесу. Я уже нарубил дерево, вот сейчас только поймал саженец на ваших глазах. Так, мы появились возле вулкана. Это вулкан, не спорьте со мной. Или если это как еще называется, я не знаю. Я знаю только, что это какой-то вулкан. О, еду сколько. Смотрите. Вулкан только что сгенерировался. А тут уже еды. О, береза. Хорошо. Яблоки. Я буду играть на мирном. Я рассказывал почему. В отдельной серии. Вы должны ее будете найти. Не найдете — ваши проблемы. Я говорю, почему я намерный. Ну, в общем, это все. Так, 8 куриц. Начнем выживать. Мы выживаем с... Какого черта? Я ничего не читерил. Это просто я... У меня стояли режим читы из-за того, что я просто... изучал эти моды Industrial Craft 2, Buildcraft. Кстати, Industrial Craft 2 необычный. У меня есть тут улучшенные версии, как Gravity Plate. Он позволяет нам летать не как на джетпаке, а так вверх вниз, а прям останавливаться как в креативе. Но он тратится. Как можно было понять. Почему Industrial Craft 2? Forestry и Buildcraft 3. Тоже улучшенной версии. Мы на сервере StreamCraft, поэтому тут все улучшенное. Я не знаю, может, мы сейчас хорошее место найдем для дома. О, индиго. Оно понадобится в будущих планах. Вот я думаю, может, на равнине построиться. Это равнина? Кажется, равнина. Я знаю, как выглядит равнина, не спорьте. А то сейчас в комментариях будете писать. Он не знает, что такое равнина. Кто так думает, ставите лайк. Я плюс. Плюс. А нет, минус. Минус это тупо. Так, в общем, я думаю, тут равнины нету, жалко. Ну, в общем, тогда на обводах построимся. А тут много коровок, они нам тоже понадобятся. Кстати, кто не знал, вещи из Industrial Craft можно чаровать с помощью книг и наковальни, как ни странно. Так, сейчас мы сделаем верстачок, начнем строить домик. Большой не нужен, такой где-то сойдет. Я думаю, это нормальный. В общем, я не смогу играть сегодня с моими друзьями на этой одиночке, потому что лишь по одной причине тут нету. В общем, если кто-то знает, как на этом сервере играть в одиночке с друзьями, чтобы создать сервер свой, то сделайте видео в комментах, отправьте мне ссылку, я вас отблагодарю, потому что мне друзья подсказывали, я думал сам, как сделать так, чтобы мои друзья могли со мной в одиночке играть. Ну
вот такая история. Мы не знаем как. Некоторые думали, что знают, но этот способ давно уже не действовал. Может, раньше можно было так сделать, но сейчас нет. Так. Я не знаю, сколько будет серий. Я хочу развиться. Наверное, я закончу уже свой летсплей, когда у меня уже будет все зачаренное, зачаренные инструменты. Наверное, к ним войду. Так, вот эти зачаренные. Все зачаренное, короче. Считаю гравий чест. Его не так-то легко добыть. Так что не пишите, я бы за один день его сделал. За один день Майнкрафта. Или обычный день. Ну, в общем, его за три дня. За два реалистичных дня сделаешь. Потому что понадобится, во-первых, обычный квант, HV-трансформатор, Ultimate Lab-пак. Суперкондуктор не так просто делается. Вот. Уридиевые плиты это самое то. Но я хочу его сделать не просто так шахте быть, добывать все. Я сделал генератор материи. Попытаюсь сделать все в первой же серии. Подождите секундочку. Так, сейчас. Так, сейчас сделаем пол. Надеюсь, все вам слышно. Очень надеюсь. В прошлой серии мне вообще было не слышно. Это печально. Печалька. Я сам просмотрю это видео, прежде чем его выложить. Так. Сейчас почти достроили домик. Так как я играю с улучшенным модом, мне понадобится очень много времени, чтобы хорошо развиться. Простите. Очень много времени, очень много ресурсов и очень много нервов. Именно так. Такая я просто поставлю вот тут. Прости. Еще березу посадим. Не знаю зачем, но березу посадим. Я пол делал. Окей. Так, 10 солнцев себе оставим. Не знаю зачем. Кажется, из них что-то крафтилось. Вот я помню, из них что-то крафтилось. А кто здесь ходит? Сейчас для начала нам понадобится кирка. И мы будем копать шахту. Так, мы уже дошли до камня. Так, добудем камня. Ты сидеть хочешь? Мама! Мама! Она хочет
хочет на свой столик. Мама хочет на свой столик. Наверное, тут у нас будет подвал. Все обустроим хорошо. Будет уютно. Не знаю, что у нас будет в подвале. И, кстати, вы, наверное, подумали, что я в дальнейшем буду делать генератор... Ой. Ядерный реактор, чтобы заработал генератор материи. Но я вам скажу, я сделаю совсем другое. Ультимат Худрис Солар Панел. Это очень хорошие панели. Крафтятся они таким образом. Для крафта одной такой понадобится, как вы видели, такой образ. Лучше всего по такому образу делать. А не по такому. Ну, наверное, по такому, но вот какой крафт. Это делается из материи. Вот. И вот. В принципе, мы это все сделаем. И потом... в общем, нам понадобятся еще такие панели. Вот такой крафт. Мы его легко сделаем. Вау. Так вот это очень плохой крафт. Плохой крафт. Это что такое? Нифига себе. Люди, это очень жестко. Серьезно. Кто первый скажет мне, как устроить сервер, просто я его к себе добавлю. Просто мы будем вместе играть. Ну, скайп. Желательно, скайп должен быть. Желательно. Потому что без скайпа мы не сможем общаться. Так, хватит болтать. Я уже почти сделал. О, отлично. Мы нашли первую медь. Сейчас доломаем эту кирку. Нашли первый уран. Окей, кирки не хватило. Так. Сейчас сделаем лопату. Добудем песка. Давай. Блин, ну опять не на дерево. Я добуду дерево очень быстро. Ну, впрочем, видео и качается. Но я добуду дерево, мы хоть успеем хоть что-нибудь. Если я не буду болтать. Так, мы продолжаем. Блин. Ну я и долго это делал. У нас есть печка. Сейчас будет сделаем еще вот это. Что еще нам нужно? Пока нам еще ничего не нужно. На, сундук. Я, наверное, сейчас сделаю сундук. Положу туда все вещи. Так. Еще сейчас сделаю мечей.